Раніцей на працю, увечері на тренировку. Аматори хокея рихтуються до нового сезону. Сьогодні приймати гостей команда Могилевської області буде на новій пляцовці. Льодова арена у Шклові чекає перший матч республіканських спаборництв на призи президентського спортивного клубу. До початку сезону залишається 10 днів. Здравствуйте, уважаемые! Готовы к тренировке? Да. На годиннику 10 вечера час для тренировки. Чиновники и бизнесмены, а это основный склад могилевской команды, уже звыкли. Больше на тыдень яны приезжают у Лядовый палац, как рыхтоваться до сезону. Это не первый сезон для нашей команды. Положительный момент хотелось бы отметить, что с каждым годом у нас вырастает конкуренция за попадание в состав, как и с бывших наших воспитанников, так же и ребята приходят из тренерского преподавательского состава, поддерживают форму, поэтому конкуренция растет. Все лето могилевчан лишит одним из фаворитов у республиканских спаборництв. Большое спасибо тренеру Усанному, вот Сергею Витальевичу. Без него, конечно, было бы нам очень тяжело. Сразу результаты пошли в гору, как говорится. У десятых республиканских спаборництвах возьмут удел 7 команд. Лепшие будущей весной гулять у плей-офф. Трапить уже эту стадию планируют и наши хоккеисты. Всегда хочется проявить себя, помочь команде и сыграть на результат команды. Ну, в первую очередь области, чтобы достойно была представлена как регион в нашем чемпионате. На сезон хатней арены команды Могилевской области обраны Шкловский Лядовый палац. 12 листопада первая гульня супроц команды президента Республики Беларусь. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, Новин Регион.